И еще раз добрый вечер, друзья. Мы с вами в Новосибирске. Суперлига. Париматч. Локомотив принимает сегодня Енисей из Красноярска. Главные арбитры встречи уже представляют нам сегодня их. Первый рефери — это Павел Андерсон из Москвы. 56-летний арбитр, он слева. Справа располагается второй рефери — это Александр Павлов из Санкт-Петербурга. Опытные судьи. Инспектор матча — это вообще почетный судья России 2012 года, получается, Геннадий Жариков из Санкт-Петербурга. Опытные сегодня у нас, получается, рефери. Ну и не забываем, что это сибирское братство, следовательно, здесь сегодня у нас будет рьяное соперничество. Поедем с гостей тогда. Начнем с тех, кто выходит на площадку у гостей. Номер 7 – это Тодор Склимов. Далее видим мы номер 8 – это уже Стрельчук. 18-й – Ерещенко, Ян Ерещенко, доигровщик команды. Появляется и опытнейший центральный блокирующий Александр Крицкий под номером 9. 13-й номер — это Клец. Кирилл Клец, Александр Климкин, главный тренер команды, либеро команды Илья Чубыкин. Есть еще Александр Янутов, новый. Далее у нас Локомотив Новосибирский. На площадке появляется Константин Абаев, номер 7. А номер 7 — номер 9 — Дражен Лобарич. И под 8 выйдет Сергей Савин. Илья Скуркаев, номер 20. Марко Илович, номер 14. Здесь же еще два либера появляются. Денис Голубев и Роман Мартынюк. Ну, вроде бы никого не забыл. Пламен Константинов. Вполне возможно, может быть, кого-то... конечно же, Щербинин пропустил 10-й номер. Дмитрий Щербинин на площадке Локомотива. В принципе, мне кажется, сильнейшие составы сейчас появляются здесь на... под сводами, да, вот так буду выражаться. Локомотив-арена в Новосибирске. В Новосибирске сегодня похолодало, кстати, давайте отметим. Была прекрасная, ясная, солнечная погода. При этом минус 17 сейчас. Вчера еще были метели. Это я к тому, что, может быть, даже подручнее в такую погоду красноярцам было добираться до Новосибирска на автомобилях. О которых я, опять же, вспоминаю, обращаю внимание на... то, что было у нас сегодня на стоянке перед дворцом спорта. Показывают нам Александра Янутова, опытнейший либеро команды, который в свое время, кстати, поиграл в Локомотиве. Знаком с командой Локомотив. Ну и напомню, что команды, конечно же, еще сближают в турнирной таблице. Здесь 7-я, здесь 8-я позиция. Ну и на подаче оказывается Ян Ерещенко. Украинский доигровщик. Ошибается Ян Ерещенко на этой подаче. Енисей подходит к этому матчу после победы, но до этого с 12 декабря, я напомню, что у Енисея было 5 матчей без побед. Не случайно я сегодня вспоминал одного из лидеров команды, в частности, конечно же, Тодора Склимова. Ну а сейчас вот Локомотива не сумел справиться с атакой Енисея. Красноярские волейболисты в последние годы, кстати, частенько отбирали очки у Локомотива. Здесь можно вспомнить и прошлый сезон чемпионата, когда Локомотив дома после только в 5 партиях сумел одолеть Енисей. Лобарич, но в приеме хороши, опять же, гости. И Абаев смахивает сейчас мяч. Готовы были гости к этому эпизоду. И успевает здесь Дмитрий Жук. Высоченный волейболист, 212 сантиметров его рост. Мяч переправить на чужую половину соперника. Смотрим мы еще раз. В приеме был прежде всего хорош, да? Отмечаем мы здесь Стрельчука, связующего команды. Мы на подаче самый опытный волейболист. Ну, один из опытных волейболистов, 35-летний Александр Крицкий. У него зачастую планеры. Такие не самые сильные подачи, но обладает при этом Крицкий, конечно же, огромным опытом игры в волейбол. Здесь в большей степени не планеры его опасные, а его действия на площадке и в позиционном, может быть, там даже нападении, либо защите. Сергей Савин у Локомотива при счете 2-2. Подает. Хорошая подача получается, но успеет там Янутов мяч достать, и придется здесь уже
как говорится, спасать свою команду Енисею, но не удается. В данном эпизоде Локомотив здорово действует. Свободная была абсолютно пятая зона. Именно туда мяч отправляют хозяева площадки. Давайте посмотрим еще раз за этим моментом. Вот так классно Локомотив играет. В эти минуты остается Савин на подаче. При этом отмечаем, что у Савина в этом сезоне не все хорошо в плане подач складывается. Вот сейчас тоже ошибка. Сергей Савин лидер. Один из лидеров, к сожалению, по ошибкам на подачах в Суперлиге. В этом сезоне у него уже было 70 ошибок. Наряду с Зайцевым из кемеровского Кузбасса. Ивович. Здорово сейчас Марко Ивович отыгрался от двойного блока Енисея. 4-3. Неплохая завязка для Локомотива получается. Вообще статистика противостояния этих клубов, она получается весьма любопытной. И всего было сыграно в чемпионате 11 матчей. 7 побед у Локомотива, 4 победы у Енисея. Но по партиям там получается 20-18. Ну и команды, разумеется, в этом сезоне уже играли между собой неоднократно. Дважды в кубке, один раз в кубке здесь. И в чемпионате играли в гостях. Но об этом, я думаю, чуть позже обязательно расскажу. Илья Скуркаев пошел на подачу у Локомотива. В большей степени сейчас такая силовая подача удается. Высокий мяч от Жука. Двойной блок Локомотива прикрывает. И опять блок Локомотива здорово работает. И здесь в данный момент ошибка со стороны волейболистов, я так понимаю. Я правильно понял, со стороны волейболистов Локомотива. Да, действительно так. Смотрим мы еще раз. Касание сетки, конечно же, здесь было у Константина Абаева. И вот он, лидер атак гостей, Тодор Скримов. Тоже болгарин сейчас ошибается. Съездил в сборную Болгарии, помог им отобраться на следующий турнир. Но при этом, конечно же, команда Енисей пострадала очень серьезно без своего лидера. Мартынюк хорош, Абаев передачу на Лобарича. Лобарич заряжает. Здесь очень здорово все было сыграно. Много болельщики внимания обращали. Я видел так в чате, читал. Опять же, в прошлом матче против Факела из Нового Уренгоя, что Константин Абаев часто заряжает мячи, именно отдает на Лобарича. Ну и тут же другие писали, что, а как вы хотели, да, команда Локомотив всегда была заточена именно под то, что мы играем на диагонального очень часто. Поэтому я сегодня не случайно отмечал Алексея Родичева в начале этой встречи. И вот этого волейболиста тоже бы нужно отметить, Марка Иловича. Нам не хватает еще и доигровщиков. Один Сергей Савин весь сезон, как говорится, не вытянет. Это показывает сейчас турнирная таблица. Хорош сейчас Савин здесь уже в приеме. И завершает атаку Лобарич. 8-5. Локомотив неплохо начинает первую партию. Трижды команды встречались. В сентябре на предварительном этапе Кубка страны новосибирцы дважды были сильнее. Тогда 3-2 в гостях Новосибирск в Красноярске одолели на тайбрейке в Кубке России Енисей. Потом дома была победа 3-1, ну а потом была победа 3-0. Это был первый тур, получается, чемпионата Суперлиги 1. Была весьма такая легкая победа для Локомотива, но там тоже были определенные нюансы, о которых нельзя забывать. Дело в том, что в том матче, когда команды играли, это было еще в сентябре, в конце сентября, в чемпионате, там у Енисея на старте чемпионата испытывал Енисей серьезные проблемы с диагональными игроками. В лазарете находился Иван Полянский, не было Кирилла Клеца, и пришлось на позиции играть диагонального доигровщику Никите Аксютину. Опять Лобарич здесь все-таки смягчает двойной блок Енисея. Хороши сегодня именно в защите, я отмечаю,
волейболисты Локомотива. Это ошибка. Ошибка Енисея. 10-6 становится счет после этой ошибки. И ошибается один из лидеров команды Кирилл Плец. Молодой волейболист, 22-летний. Дмитрий Щербинин на подачу Локомотива. В приеме Янутов. И далее уже высоченный Кирилл Клец. Напомню, у него 208 сантиметров. Здесь передача была вообще весьма высокой. Смотрим мы еще раз. И двойной блок Локомотива даже с участием Ильяса Куркаева не сумели справиться с соперником. Ян Ерещенко не попал в площадку. Сам весьма так, вы знаете, удивляется, как будто бы попал в площадку, да, но повтор не берем, опять же, не смотрим мы на повтор. Клинкин мог бы сейчас и взять посмотреть, но я думаю, что опытному наставнику гостей Александру Клинкину, я думаю, что все понятно. Пока что у команды не все получается. Лубурич попадает в сетку. Лубурич по-прежнему, кстати, лучший по подачам в Суперлиге 1 на данную минуту. Эффективность у него весьма высокая по подачам Лубурича. В этом сезоне, я сейчас вам это подскажу, получается там 43 подачи у него было. 43 эйса, то есть у Лубурича официально, и он там далеко впереди от соперников. Савин. И опять ошибка. Вот я сегодня говорил, эта статистика весьма неприятная. Заглянул я вот буквально накануне. Ошибки на подаче посмотреть. И оказалось, что у Савина 60 ошибок на подаче наряду с Иваном Зайцевым. Да, у Лубурич там тоже 56, но у него эффективность забивания тоже весьма высокая. Здесь здорово разыграли уже волейболисты Локомотива. Илья Скуркаев завершает этот первый темп. 13-9. 4 очка преимущества Локомотива в середине первого сета. Куркаев отправляется на подачу. Центральный блокирующий Локомотива, но сейчас планер запускает. Забивают гости. Весьма легко справляются с этой подачей. Кирилл Клец опять же в игре. Клец сегодня хорош. Что касается Скримова, то пока что мы видим, что Скримова Локомотиву удается прикрыть. Но вот его подачи весьма интересны сейчас будут. Вот хороша была подача. Абаев на уже Пайп передачу отдает на Савина. Давно мы Пайпа не видели в исполнении Локомотива. Я напомню, что у Локомотива весьма неприятная такая череда была поражений. Перед этой встречей Локомотив без побед вообще в 2021 году. Константин Абаев в прошлом матче сделал два эйса против команды «Факел Новый Уренгой». Но сейчас не укладывается, судя по всему, в площадку. Если я правильно понимаю, ну... Тайм-аут. Берут гости. Давайте послушаем мы Александра Климкина. Задачи нету. Задачи нас надо находить. Много ошибок, простых ошибок, да? Киря, успокойся потихонечку, входи в себя. Много нервничаешь, из-за этого все не получается. Валет. Ну вот такой тайм-аут мы только что услышали с вами от Александра Климкина. Кири, это в принципе обращение было к Кириллу Клецу. Диагонально много нервничаешь, нужно где-то расслабиться, сыграть может быть более спокойно. Напомню, Александр Климкин — трехкратный чемпион России в бытность еще игрока ЦСКА и Белогорья. Ну и не забываем, что Климкин был в составе, в тренерском составе, опять же, сборной России на Олимпиаде в 2012 года в Лондоне. На той победной был помощником Владимира Олегна.
Ну и буквально последние два сезона Клинкин возглавляет Енисей. То, что сезон для Енисея был самый удачный, в общем-то, в его истории. Здесь здорово, опять же, Лугурич разбирается с соперником. Остается на подаче Константин Абаев. Абаев в приеме. Свободный мяч получается. И передача. Опять же, здесь разобрались хозяева площадки с лидером гостей. Тодор Скримов. Не получается у него сегодня. Смотрите-ка, даже и с пайпом справились сейчас. Хозяева показывают нам Петя Щербинина. Не случайно показывают. Он выловил сейчас соперника. Смотрим мы еще раз. Да, до последнего смотрел. И остается на подаче Абаев. И подача-то своя Абаев. Вы смотрите, как здорово, как бы разнопланово выполняет, да? Одну в шестую зону, другую в первую зону, третью с подпуточкой, пожалуйста, к сеточке. Где-то там легкий планер был. И на этих подачах Локомотив вперед оторвался. 18-10. Выходит игрок номер 17, Роман Джойс. Замена у гостей. Роман Джойс появляется на площадке. Абаев остается на подаче. 8 очков преимущества Локомотива. И опять же неприятная подача. Придется опять же за мячом побегать. И блок Локомотива здорово здесь справляется с соперником. И вот здесь только момент, когда можно пробить. И опять же по высоте это все проходит. Мартынюк не смог принять мяч. Ну, старался, конечно же, из последних сил. Смотрим мы еще раз. Хорошая передача здесь получилась. Но высоченный Кирилл Клец расслабился, судя по всему. И в данном моменте завершает данную атаку. Жук на подаче. Ивович. Ивович сейчас очень мастерски сыграл. Очень мощно по блоку. И трудно ему было. Можно было мяч просто перебросить. А Ивович, судя по всему, находит сам себя, да? В конце января. Посмотрим бы на подачи серба. Очень не хватало Локомотиву этих подач последние полтора месяца. Неплохая подача получается, но первый темп тоже у гостей играет очень здорово. 19-12. Климкин сейчас, конечно же, размышляет над тем, что делать в первой партии. Здесь шансов остается не так много. Еще и ошибка на подаче получается у Жось. И здесь, конечно же, уже кто-то бы белый флаг бы да выбросил. Но я не думаю, что Енисей это сделает. 20-12. Еще можно бороться. Дмитрий Щербинин сейчас будет подавать у Локомотива. В прошлом сезоне лучший блокирующий чемпионата Суперлиги. Но в этом сезоне была травма у Дмитрия. Не забываем мы об этом. Интересовался я специально у тренерского штаба все-таки, какие проблемы. Сказали, проблемы со спиной. И здесь, сами понимаете, весьма такая тонкая травма, которая может подвести в любой момент. Ошибается. И сам же не понимает Ян Ерещенко. То ли там кирпич подложили возле линии подачи. Да, в принципе, все нормально, все ровно. Просто я почему-то Енисей пока не едет. Енисей явно проваливает эту первую партию. Лугурич еще и на своих силовых сейчас. Нет, не попал Лугурич. Пока соперника, может быть, прощает Дражан Лугурич. И вот подачи весьма хороши. 21-14 показывает нам запасных Енисея, которые рвутся в бой. Но так махнул рукой в сторону Климкин, мол, пока не до этого. Планер, с которым справляется Локомотив. В частности, это был Крицкий на подаче. И здесь ошибка. Смотрим мы еще раз повтор. Не попал в первый темп Илья Скуркаев. Вот они, замены пошли все-таки. Посмотрел левым глазом Александр Климкин на своих запасных и решил замены делать. Уже пора бы делать на концовочку. Гаврилов выходит на подачу. С его сильной подачей вполне возможно что-то изменится. Молодой волейболист, 19-летний, напомню, парень. И справляется Локомотив с этой подачей. Но здорово играют гости.
Сам же Гаврилов там мяч спасал, но получается уже фрибол получился и добил мяч Илья Скуркаев. Смотрим мы еще раз уже концовку этого эпизода. Вот здесь, пожалуйста, спаслись, а далее Илья Скуркаев. Но у него съем мяча очень высокий, 370 сантиметров. Пойди там доберись, да? Вот сейчас хорошая подача получается у Савина. Блок Локомотива мяч смягчает. Лубурич стелится под мяч. Ну, диагональный Локомотива сейчас немного рисковал. Мог въехать в рекламные щиты. Смотрим мы за повтором этого эпизода. Здесь разрыв блока был. Лубурич спешил. Может быть, Абаеву стоило там приоритет отдать подборе этого мяча, но гости, в принципе, сегодня так и сами ошибаются на подаче, поэтому Локомотив как-то легко набирает очки в этой встрече. Это подсказка уже от Пламена Константинова на Абаева. Напомню, впереди у Локомотива очень серьезные матчи. Февраль будет загружен под завязку, там еще и Лига Чемпионов, второй этап, и хорошая подача получается у Ильи Скуркаева. В приеме Лубурич и передача на Марка Ивовича. Спасают гости. Все это неплохо выглядит. И здесь не сумел Савин обмануть соперника. Сам же улыбается. Понимает, что соперник так тоже, как говорится, всю ситуацию здесь уже прочитал заранее. Ну да, идея была понятна. Мяч перебросить, но там пойди перебрось Дмитрия Жука, у него 212 сантиметров рост. Абаев, нельзя мяча здесь касаться, чужая уже половина, не самая лучшая передача была, кстати, у гостей. И выходят гости сухими из воды из этой ситуации. Далеко отведенный мяч был от сетки и от площадки тоже. 5 очков преимущество Локомотива, тайм-аут берет Пламен Константинов. Думаю, что вовремя. Подача, просто играть ее как защита. Сейчас перешла в другую сторону, потому что попробовал доводить идеально. Можем оставить немножко от цели. Это и подстрахуем края хорошо. Не забывайте страховки, да? Ну, проще говоря, нужна коллективная игра сейчас Локомотиву. Простая коллективная игра. Было 8 очков преимущества. Остается всего лишь на данную минуту 5. Еще и Тодор Скримов, который до этого ошибался на подачах, но сейчас отправляется подавать. Не всегда же он будет сегодня, болгарин, ошибаться. Давайте посмотрим на его силовую подачу. Ивович в приеме, и Абаев на Ивовича. Ивович сейчас тяжелый мяч спасает для Локомотива. Ивович сегодня в первой партии напоминает себя прошлогоднего. Это очень приятно отмечать. В ряде сложных эпизодов ему удается от блока отыгрываться. 23-24-18, да. Сетбол. У Локомотива Абаев ошибается на подаче, но не смертельно, как говорится. Есть еще возможности у хозяев, чтобы эту встречу, как говорится, спасти. Данила Гаврилова. На площадку вернулся игрок номер 9 Александр Крицкий. Крицкий выходит на площадку. Более опытный волейболист вместо Гаврилова, более высокий, разумеется, центральный блокирующий. Мягкая здесь подача, и Лубурич просто расстреливает чужую площадку. 25-19 в первой партии. Локомотив побеждает довольно легко, я бы так выразился. Нас ждет еще продолжение этого банкета. Будьте вместе с нами, все самое любопытное, я думаю, что будет у нас впереди.
кнопочки именно первой партии. А так в середине партии первого сета Локомотив вел со счетом даже там 18-10. Марко Ивович сейчас на подаче. Отправляется серб подавать, сам принимает тяжелый мяч. Локомотив сейчас справляет, спасает. Здесь приходится уже мяч перебрасывать. И гости, кстати, сейчас, судя по мнению, опять же, Локомотива и арбитра, не попали. Но не знаю, будет ли брать повтор. Пошел пообщаться опытный Крицкий с арбитром. Напомню еще раз, у нас сегодня первый рефери. Это Павел Андерсон из Москвы. Он начинал судить еще в 1982 году. Очень опытный арбитр сегодня на вышке. Здесь было касание блока у Локомотива. 1-1. Интересно, у нас вторая партия, я думаю, сейчас будет проходить, потому что Локомотив, памятуя, опять же, о своих неудачах в последних матчах, может быть, где-то эмоционально может подсесть. С другой стороны, опять же, Енисей, команда, которая не раз уже в прошлом сезоне, в этом сезоне в Кубке, да, России преподносила сюрприз весьма неприятный для Локомотива. Но смотрим, продолжаем мы за этим весьма любопытным соперничеством. Здесь пайп не получается у Марко Ивовича. Отловили его все-таки на двойном блоке. Партнеры поддерживают Марко Ивовича. Напомню, Локомотив последнюю победу одержал, получается, в конце прошлого года в гостях против казанского «Зенита». Это была такая фееричная, я сказал бы, победа для Локомотива, потому что Лока не могли победить казанский «Зенит» 2014 года. Но, пожалуй, ну, получается, 6 лет, да, не могли выиграть. Команда буквально после этих матчей сошла с рельс, что-то пошатнулось, почувствовали, может быть, самоуверенность. Я не знаю, что там случилось, может быть, много сил в том матче приложили, может быть, накопилась общая какая-то определенная эмоциональная усталость. Или даже физическая. Но команда после этого встречи в январе все 4 матча проиграла. Попадает в площадку все-таки Ян Ерещенко в этом эпизоде. Прям на тоненького, я бы так сказал. Чуть-чуть так появляется уверенность в глазах. Обращаю я внимание на Александра Климкина. Климкин еще в 2017 году, я напомню, питерский «Зенит» возглавлял. Но это просто гвоздь в данном моменте от Куркаева в площадку соперника. Хороший первый темп получается. Там не подобраться такому мячу. Улыбается Ильяс Куркаев. И Лубрич отправляется на подачу Локомотива. Требует буквально от него сейчас эйс зрителей. И подача получается весьма сильный. Скримов. Нет, здесь уже Лубурич сам спасает. И Сергей Савин завершает эту комбинацию железнодорожников. Здесь не случайно звучат у нас композиции «Вспомни, капитан». В этом сезоне, напомню я, Савин является капитаном команды. Фабиан Джизга покинул команду в прошлом сезоне, польский связующий. А Лубурич сейчас, я правильно понимаю, все-таки не попадает в площадку, да, не укладывается. Скримов опять на подаче. Пошли у него подачи в концовочке именно первой партии. Вначале не получались, были ошибки. И смотрите-ка, второй мяч подряд получается, да, у Ерещенко проходит по линии. Раз за разом, да, это все проскакивает. Все это на тоненького. Смотрим мы еще раз. Здесь неплохая передача от Джоси. И да, мяч, по-моему, попал в площадку. Сергей Савин на подаче у Локомотива в этот момент при счете 5-4 аккуратничал, я бы так выражался, сейчас Савин. Имеет полное право. Счет, в принципе, 5-4 устраивает Локомотив. 1-0 после первой партии. И первый темп наконец-то у Локомотива заигран.
Первый темп у Локомотива, в принципе, это очень ударная мощь в лице Ильяса Куркаева. Мне кажется, что его в большом счету редко задействуют. Но это, опять же, мое мнение комментатора, потому что его очень часто нагружали до этого Лубурича, Савина. И вполне возможно, все-таки Пламен Константинов перед этим матчем как-то свои определенные новшества в эту встречу ввел. Да? То есть получается происходящее на площадке. И Лубурич сейчас ошибается, чуть-чуть ошибается в приеме, но там был тяжелый все-таки удар от соперника. Давайте посмотрим мы еще раз. Лубурич пытался поймать мяч и вот так вот раздосадовано. Нет, здесь бы, наверное, не получилось по большому счету. Гости на подаче. Опять первый темп. Отмечаем, да, уже не первый раз первым темпом Локомотив атакует и просыпается наконец-то Кирилл Клец. Диагональный гостей. Локомотив проиграл, напомню, 6 января Кузбассу из Кемерово. 1-3 на родной площадке. Далее очень было обидное поражение. Я не знаю, ну, пожалуй, самое обидное. Вот я сколько матчей смотрю Локомотива и комментирую. Ну, вот в мою бытность комментатора матчи Новосибирского Локомотива самое, пожалуй, обидное поражение было 16 января от питерского «Зенита» здесь, на родной площадке, со счетом 0-3. Там вообще игра не пошла. Там не было игры, там не было ни подачи, ничего. Но это бывает такое в волейболе. Нужно успокоиться, нужно выдохнуть, нужно прийти в себя, настроиться и в дальнейшем побеждать. Но поехал «Локомотив» после этого играть против «Факела» в Новый Уренгой. И там тоже были два поражения. 1-3, ну а далее 3-2, кстати. Ну, в пяти партиях уступили. И после этого Пламен Константинов, наставник «Локомотива», отмечал, что после этого матча есть позитив. Все-таки уже видно, что волейбол, который показывали мы в прошлом сезоне, к нам потихонечку возвращается. Ну, посмотрим сегодня, все-таки насколько прав болгарский наставник «Локомотива». Енисей впереди сейчас и на подаче 8-7 они ведут. Жось подает. Савин в приеме. Абаев на Марка Ивовича. Высоко. Высоко Марка Ивович. И не лег, мне кажется, ему сейчас на руку мяч. Чуть-чуть, как говорится, техника подвела. Но касания, я не знаю, там, по-моему, не было. Повтор, по крайней мере, хозяева не берут. Роман Жось на подаче. Мартынюк в приеме и Савин на Лубурича. Лубурич хорош. Проходит сейчас Лубурича атака, я думаю, не случайно, потому что до этого Абаев часто задействовал, опять же, первый темп. И сейчас вполне возможно, гости немного купились, да, на первый темп. Здесь, пожалуйста, в угол площадки на диагонального. Локомотив здорово играет в обороне. И опять же Лубурич. Красавец. 9-9. Два брейковых очка Локомотива. Сравнивают счет хозяева площадки во второй партии. Константин Абаев в первой партии, в первом сете очень здорово подавал. На его подачах пришлось брать тайм-аут Климкину, но он продолжал, опять же, подавать весьма неплохо. Локомотив набирал брейковые очки, но сейчас не получилось. Лубурич ошибается в этом эпизоде, но ошибается, в принципе, сам же извиняется. Да, мы видим его поднятую руку. Мяч был далеко отведен за его спину, пришлось как бы отпрыгивать от этого мяча. 10-9 на подаче гостей. И здесь Лубурич забивает. Ну, более упорная партия получается. У нас вторая, 10-10. Кстати, Лубурич набрал 35 очков, давайте отметим, в прошлом матче против «Факела» из Нового Уренгоя. Это для него своеобразный рекорд в составе «Локомотива». Марко Ивович на своей силовой летучей подаче. Хорошая подача получается, и Марко Ивович сейчас забивает. Вот чего не хватало. Отмечаем мы это полезное, все-таки такое позитивное, да, я в большей степени отмечал бы позитивное такое
у нас сегодня движение. Это подача Марка Ильича, его действия в атаке. Климкин берет тайм-аут. Давайте послушаем. Даже со знака байк вышли. Меня пускай, ты балай, чтобы была. Ты бульян быстрый у тебя должен быть. Быстро все. Сейчас линию держите, постоянно держите линию. Все от линии, или скидка идет, или по рукам бьют. Пускай в ходу Саня выйдет, блядь, начните бой играть. Линия должна быть закрыта у нас. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Климкин просит держать линию сейчас своих волейболистов. Я бы отметил, что вообще Климкин пришелся ко двору в Енисей. Напомню, его переход был таким весьма затяжным в Красноярск. Он просил тогда не торопиться с его переходом. Хотел остаться в питерском «Зените», но пришел Томас Самелво из Кузбасса, и Климкина, как говорится, попросили, да? Тогда на выход. Климкин переехал в Красноярск. Вот сейчас какой пайп спасают хозяева. Тяжелый мяч. И Абаев передачу выполняет на Лобарича. И Лобарич забивает в очередной раз. 12-10. Климкин переехал тогда в 2019-м в Енисей. И Енисей показал лучшие результаты в прошлом сезоне. Чуть позже я, пожалуй, тогда освежу в памяти болельщиков, что там было в прошлом сезоне. Поэтому у нас еще время есть, да? Пока у нас на подаче остается Марко Ивович. Чуть-чуть перехитрил. Усатый доигровщик Локомотива. Чем похож, я не знаю, своими усами в данный момент. Марко Ивович на одного телевизионного героя. Ну, не буду говорить на кого, ладно, потом попозже, может быть, еще и скажу. Здесь Лобарич, и блок соперника сейчас Лобарича накрывает. Ну, чего там темнить? На Мюнхгаузена, в принципе, здесь можно догадаться, на кого похоже. Ну, мне так кажется, в большей степени. Ну, пока не летает, да, в этом сезоне Марко Ивович. Планер от Крицкого, и здесь высокий прыжок уже Дражина Лобарича, забивает он. Усы Марка Ивовича я имел в виду, если вы правильно меня поняли, да, и барона Мюнхгаузена. Дмитрий Щербинин при счете 13-12 на подачу Локомотива. Высоко мяч подбрасывает. Неплохой подачи это получается. Высокий волейболист. Он буквально с места может очень сильно атаковать. Здесь было двойное касание. Кирилл Клец в данном эпизоде ошибается. Локомотив опять впереди с разницей всего лишь на два мяча. Но и при этом очень часто мы обращаем внимание в этом сезоне. Ну а как иначе, да, обращается к связующему, к своему Пламен Константинов. Константину Косте Абаеву. Щербинин касается чуть-чуть мяч троса, и свободный мяч получается, и Куркаев делает счет в 3 очка, 15-12, два брейковых подряд у Локомотива получается. Только что брал тайм-аут Александр Климкин, я думаю, что второй подряд брать не будет, пока что еще рано, но Щербинин еще может и третью подать. И подает, кстати, Скримов там был в приеме, на него же передача, и ошибается болгарин. Тодор Скримов, сегодня у него игра пока в первых двух партиях, я бы сказал, не очень-то и идет. И все-таки берет второй подряд тайм-аут Климкин при счете 12-16. Вот так будем выражаться для его команды. Давайте послушаем. Если скидка, либера нету, далеко скинь туда. Не надо под себя, там где крутая стоит, да? Да в руки ему скинешь, что ли. Шестую зону дальше, все. Без либера хотя бы будет нормально все. Ну да. Просто по высоте. Прыгаешь, опускаешь, и ты по высоте спокойно свое. Все. Климкин поддерживает свой коллектив, и не случайно, кстати, Пламен Константинов, его визави, наставник Локомотива, отмечал уже неоднократно в интервью после матчевых, после проигранных встреч, что вот мы
упускаем инициативу. Бывает такое, случается. Ведем, и у нас моментально руки опускаются, и все, игра не идет. Поэтому здесь Енисею унывать пока еще, я думаю, что рано. Все возможно сегодня в этой встрече. Хотя, с другой стороны, Локомотиву, как говорится, отступать-то уже некуда. Сколько поражений было, да? И тем более впереди еще Лига чемпионов, которая скоро начнется. Опять же, второй этап, да? Общее такое обобщенное мнение от Пламена Константинова. Это главное – стабильность. А вот ее пока нет, да? Семнадцать-тринадцать. Локомотив на 4 очка выходит вперед. Стабильности не хватает, да? Помните советскую прекрасную киноленту «Москва слезам не верит» и общение Гоги? Как там? Что там вообще в стране? Стабильности не хватает. Так и здесь, по большому счету, у «Локомотива» в последних матчах стабильности в игре крайне мало. Пай проходит от Ивовича через двойной блок. Очень сложный был мяч для Марка Ивовича в данном случае. Ну, здорово отреагировал. Серб, я думаю, сейчас увидим мы повтор этого эпизода. Смотрим мы еще раз. Здесь, да, одинарный был блок. Трудно там было уже накрыть Марка. Антон Максимов пытался, по крайней мере, выловить, но не получилось. Еще и подача сейчас хороша. Свободный мяч получается. И опять Марка Ивовича. Опять у Марка Ивовича пайп удается. Как не хватало там этого серба в последние месяцы. И вот сегодня, пожалуйста, возрождение мы видим. Ну, может быть, перед матчами Лиги чемпионов. Да, определенная была такая яма функциональная. Вот Эскримов. Тяжело ему сейчас. Безусловно, болгарин поиграл за сборную своей страны. Вернулся. И сейчас ему необходимо еще и здесь, в Енисей, как говорится, отрабатывать и за себя, и за партнеров. А партнеры в данном эпизоде ошибаются. Там и пятка была у Янутова. И ряд других интересных спасений, но не получилось. И опять же, смотрите, да, опять же Абаева к себе. Моментально просто подтягивает и подтягивает. Тройной блок Локомотива здорово сыграл. Сергей Савин там соперника накрывает и уже укатывается на чужую половину площадки в данном эпизоде. Роман Жось. Савин. А Савин сейчас попадает. Ну вот и Савин стал попадать. 20-14. Хорошее преимущество Локомотива в 6 очков. Замена в команде Енисея. Замена у Енисея. Иван Пискарев выходит на площадку. 23-летний волейболист. Тоже молодой парень, который, может быть, пригодится сейчас в оборонительных действиях Енисею. И здесь, мне кажется, не было касания у Локомотива. Ошибка у гостей. Если я правильно понимаю, да, так оно и есть. 21-14, Локомотив впереди. Пламен Константинов сегодня как-то удивляется в большей степени своей игре, своей команды. Что происходит, сам понять не может. Как же так? Мы сегодня выигрываем и довольно легко. Да, 21-14. Ну, рано еще загадывать. И здесь касание было, по-моему, антенны, если я правильно понимаю. Ну, посмотрим повтор. Там сетка зашевелилась, и мне показалось, антенна все-таки. Ну да, действительно, антенна. Ошибся Ян Ерещенко, один из лидеров команды, кстати, тоже. Ян Ерещенко, по-моему, в прошлом сезоне пришел в команду. Хорошо влился в команду. Весьма позитивно себя проявляет. Но вот сегодня у него тоже игра не задается. Но, в принципе, сегодня игра не идет практически ни у кого из тех, кого мы видим на площадке. В составе, опять же, Красноярского и Енисея не клеится. Никлец себя не может проявить. И, конечно же, не хватает Тодора Скримова. Но это вторая партия. Это второй сет, это еще далеко не приговор для Енисея, памятуя о том, что в прошлом сезоне и в этом сезоне команды уже выдавали, ну, конечно, было и в кубке, да, я имею в виду сейчас все матчи,
выдавали пятисетовые поединки. 22-15. На подаче гости они проигрывают. И хорош. Лоборич. Очень мощно, очень сильно. Железобетонно буквально дробит блок соперника двойной. Но с отскоком получается от Ерещенко. Мяч уходит за площадку. Блок-аут. Илья Скуркаев. Игрок сборной России. Центральный блокирующий Локомотива на подаче. Силовую выполняет. И здесь не самая приятная была передача. Опять же, в приеме не все клеится сегодня у Енисея. И Марко Ивович забивает. Очень технично обводя блок соперника. 24-15. Сетбол у Локомотива. Остается на подаче Илья Скуркаев. Озадачены, разумеется, лица соперника. Но вот сейчас ошибается Илья Скуркаев. Он всегда очень так горячо к сердцу принимает свои ошибки. И в данном случае тоже раздосадован. Пытался силовую выполнить. Но, в принципе, большинство тренеров говорит, что если вы выполняете подачу при сетболе, и у вас есть преимущество там в 4-5 мячей, то можно рисковать. Нечего стесняться. А здесь, по-моему, был заступ, если я правильно понимаю. Иван Полянский заступил. Да еще и не попал. 25-16. Локомотив забирает вторую партию с более весовым преимуществом. Побеждает, хотя изначально казалось, что в этой встрече у нас во второй партии, то есть будет более такая серьезная борьба. Отдохнем немного, скоро вернемся. Будьте вместе с нами. 2-0. Локомотив по партиям впереди. В частности, вы знаете, на эти матчи Локомотива в новый зал часто заглядывает и губернатор Новосибирской области, и по-моему, и мэра мы Новосибирска видели, то есть я имею в виду Андрея Травникова, губернатора, и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Но что касается происходящего на площадке, я бы, давайте тогда бы отметил, что пока еще рано Енисею белый флаг выбрасывать, пометуя о том, что, опять же, очень неровно
выступает в последних матчах. Локомотив. С другой стороны, у Енисея тоже есть серьезные проблемы. Я сегодня хотел бы это отметить. Без Тодора Скримова команда проиграла там, пожалуй, 5 матчей подряд, да? Последняя была победа 12 января против «Нефтехимика». А сегодня «Локомотив» Скримова и прикрыл. Прикрыл полностью практически, и поэтому игра у гостей-то не идет. Мы тоже отмечаем сегодня по ходу встречи. Красноярцы, в частности, в последнем туре победили. Победили игру «Самотлора» из Нижневартовска дома со счетом 3-0. И тогда Юрий Маринин, старший тренер Енисея, отмечал, что удалось обыграть принципиального соперника, с которым рядом находимся мы в турнирной таблице, и надеялся на дальнейшие победы. Но сегодня мы видим, что «Локомотив» совсем в другой форме находится и не готов уступать принципиальному, опять же, сопернику. 3-0. Лок впереди. Дмитрий Щербинин. Были у него затяжные подачи по ходу второго сета. Здесь двойной блок «Локомотива». Мяч смягчает. Тяжелый мяч. Едва там Марко Иович не поднимает. Стелился еще и Константин Абаев. До этого мяча пытался его выловить, но не получилось. Хорошая атака получается здесь. Довольно мощно атакует Кирилл Клец. Удается ему прошить двойной блок «Локомотива». Максим Антонов, да, на подаче это был. И здесь высокий мяч. Очень быстро здесь. И как-то получается вертикально буквально на Куркаева. А Куркаеву здесь долго думать не приходится. У него прыжок хороший. Легкий, подвижный волейболист. С высоким ростом, опять же, отмечаем за Куркаевым глаз да глаз на сетке. Дражен Лубарич на подаче. И Марко Иович сегодня вот наконец-то оживает, да? Серб, как мы этого ждали. Лобурич, хороша подача, но справляются гости, и придется им сейчас мяч перебрасывать. Абаев на кого передача? Опять на Лобурича. И Лобурич забивает, отвечает сейчас любезностью Абаеву Лобурич за эту передачу. Мол, до этого не получилось, сейчас я все-таки отыгрался. Но опять же по линии отмечаем, да? По линии играет Дражен Лобурич. И не удается здесь Скримову накрыть Лобурича. Остается Лобурич на своей силовой, ошибается серб. Успокаивает его партнеры по команде. Напомню, что в Красноярске играет ряд воспитанников новосибирского «Локомотива». Тот же Роман Жось, Никита Аксютин, Кирилл Клец. Тот же Янутов, кстати, выступал в «Локомотиве» в свое время. Было такое у нас. Савин забивает сейчас тяжелый мяч. Мяч был близко к сетке. За счет техники сейчас Савин отыгрался в большей степени. Тяжелый мяч забил капитан «Локомотива». Ну, если так проводить параллели, опять же, по переходам, кто где выступал, то Илья Скуркаев, опять же, я думаю, что помнят болельщики «Енисея», выступал в свое время на правах аренды за красноярскую команду. Было еще в 2015 году тогда все это дело. Ну, а сейчас Куркаев забивает за «Локомотив». По запросу команды «Енисей» состоится судейская процедура видеопросмотра. Процедура повтора сейчас будет. Отправляется Александр Павлов, второй рефери из Санкт-Петербурга. Посмотреть, кстати, за этим повтором. Ну, тоже опытный арбитр. С 95-го года, кстати, Павлов судит чемпионат России, европейские соревнования. Но это Александр Климкин. Он сейчас наставление отдает. И ну, сегодня глаза я вижу, что более такие спокойные. Да, у Абаева умиротворенные, я бы сказал. Получается здесь коллективная какая-то определенная такая химия, да, у команды. И заулыбался. Чего не хватало, опять же, Марко Ивович.
Может быть, не хватает улыбок еще у болельщиков, которые присутствуют на трибунах. По итогам процедуры видеопросмотра принято решение, что мяч отдается команде «Локомотив». Запрос команды «Енисей» не был удовлетворен. У нее осталось право на один запрос видеопросмотра. Один еще будет просмотр у Климкина, если он захочет, опять же, взять челлендж по ходу третьей партии. 7-2 «Локомотив», опять же, в начале третьей партии уходит вперед. И отмечаем подачи «Локомотива», да, вот они сегодня летят. Ну вот Скримов забивает, эти эмоции сейчас слышны, не хватало до эмоций красноярцам. Ну что ж такое-то, вроде бы неплохо начали вторую партию. Зацепились, там все было на равных, были впереди даже на два мяча, а потом потихонечку инициативу упустили. И сейчас придется догонять. Абаев, первый темп, и, пожалуйста, Илья Скуркаев забивает. Такое чувство, что разобрали, да, так довольно серьезно соперника, подопечный Пламена Константинова. Сегодня чередует все-таки первый темп более часто с диагональю Константин Абаев. Илья Скуркаев на подаче, силовую в угол, да еще и попадает. Эйс получается от Ильи Скуркаева. Пожалуйста, еще и подачи идут. Это запасные «Локомотива» здесь, в частности, отмечаемые либеро команды. Куркаев. И опять силовая подача. И двойной блок «Локомотива» здорово сейчас играет, но при этом придется еще отбиваться. Но все-таки Ерещенко, да, сейчас забивает. Ян Ерещенко, но давно он не пробивал. Нашел брешь. По-моему, не успели. Это все-таки блокирующие сомкнуться. Сейчас мы с вами посмотрим за этим эпизодом более пристально, да? Ну да, конечно же, не успел Щербинин и руки поближе пододвинуть Константину Абаеву, но гости сами, как говорится, дарят сегодня очки «Локомотиву». Так нельзя. Так «Локомотив» не победит. Абаев на подачу у «Локомотива». Силовая подача у Абаева получается. И здесь площадки мяч, по-моему, показывает в данном эпизоде-то, если я правильно понимаю. Ну да, не спорит Пламен Константинов. Какой удар получился. Роман Жойс. Жойс касается сетки мяч. И первый темп от Щербинина. Но Щербинин показывает, что было касание блока соперника. Поэтому вполне возможно, мы сейчас можем увидеть первый челлендж со стороны «Локомотива». Но будет ли его брать хозяева? Смотрим мы еще раз. Нет, не стал брать Пламен Константинов. 11-5. Темп игры сбивать от большей степени, мне кажется, сейчас не хочет наставник «Локомотива». Зачем? Игра пока идет. И все правильно делает, смотрите-ка, да? Возьмешь повтор, ребята, то есть гости отдохнут, немного выдохнут. Где-то там что-то скажет еще и наставник команды. Александр Климкин определенные внесет коррективы в игру, и где-то мы уже можем проиграть пару мячей. Здесь не надо этого делать, поэтому я думаю, что поэтому не стал брать тайм-аут Пламен Константинов. Хорошая опять подача от Марка Ивовича. И двойной блок «Локомотива» блестяще сейчас играет. Янутов не успевает мяч поднять. Сложно там было. Тайм-аут команды «Енисей». «Енисей» еще один тайм-аут от Александра Климкина при счете 13-5 в пользу «Локомотива». Выиграла дома у «Локомотива», ну а 2-3 проиграла тогда в Новосибирске. То есть в прошлом сезоне, по большому счету, у чемпиона России, вот так будем выражаться, да? «Енисей» очки-то поотбирал довольно здорово. А в этом сезоне какая-то обратная картина, и при этом «Локомотив» пока далеко не на первых местах в чемпионате оказывается. Восьмая строчка, то есть седьмая строчка. Марко Ивович.
неплохо закручивает мяч. И здорово сегодня Локомотив играет именно в защите, я бы отмечал. Тяжелые мячи поднимаются. Абаев первый темп не играет. Хорошая передача на Савина. Здорово. Здорово сейчас Константин Абаев играет. Вот критики к нему было много у болельщиков, но сейчас в данном эпизоде разбирается очень прекрасно. Замена в команде Енисея. Ждали гости первого темпа. Передача на Савина и пожалуйста. Стрельчук появляется на площадке. Опытный волейболист. Напомню еще раз, 36 лет Стрельчуку. Мы сегодня сравнивали его как связующего гостей и связующего Локомотива, опять же, Набаева. Разница там существенная в возрасте получается. 14 лет. Но посмотрим мы, как это повлияет, опять же, на взаимодействие у подопечных Александра Климкина. В данном случае мяч остается у Енисея, но опять же подача. Сколько сегодня подач подводит, да, гостей? И раз за разом. Ян Ерещенко, сколько уже ошибался, а? Что ж такое сегодня у Енисея? Не катит и не катит, как говорится. Но вот не идет и не идет. И разница 10 очков. 16-6. И здесь непонятно, что происходит в данном случае. То ли Енисей где-то оказался не готов к тому, что Локомотив уже не хочет никому уступать, то ли Локомотив все-таки наконец-то начинает набирать свою форму. Необходимую, кстати, к Лиге Чемпионов, потому что, напомню, Лига Чемпионов у Локомотива уже очень скоро, но и трудный календарь, кстати, у Локомотива в ближайшем будущем, в ближайшем феврале, я имею в виду. Первый темп, и получается забить Илья Сукуркаева в данном моменте. В декабре Локомотив провел матч группового этапа Лиги Чемпионов. Локомотив одержал всего лишь одну победу над чешской командой Карла Варста. Третью строчку в турнирной таблице занял. И получается сейчас Локомотиву нужно догонять Фридрихсхафен и Трентино. Но Трентино вряд ли там, в принципе, удастся догнать. Но ближайший этап состоится уже в феврале, в начале. Очень скоро. Как говорится, там получается 9 февраля в Лиге Чемпионов Локомотив играет против Трентино. Далее Локомотив против немецкого клуба Фридрихсхафен. Ну а далее Локомотив играет против Карла Варста. Там будет, получается, ну, каждый день будет матч проходить. Такой формат Лиги Чемпионов. И Локомотив пока на третьем месте. И у Локомотива 4 очка в Лиге Чемпионов после трех матчей. У немцев 6 очков. У Трентино итальянского 8 очков. Ну, я напомню, что в 1/4 финала в Лиге Чемпионов проходит 5 команд, занявших первые места в группах. И 3 команды со вторых мест с лучшими показателями. Поэтому у Локомотива шансы еще есть. Необходимо побеждать. Здесь уже первого рефери нам показывают. По запросу команды Енисей состоится судейская процедура видеопросмотра челлендж игрового момента. Повтор берут гости. Причем в большей степени было похоже, что арбитр сейчас первый рефери, да, как бы на это акцентировал внимание. Показали нам именно его. Павла Андерсона. Процедура видеопросмотра, принято решение, что мяч отдается команде Локомотив. Запрос команды Енисей не был удовлетворен. У нее не осталось ни одного запроса видеопросмотра в этой партии. Ну там наступили еще и на ногу, наступили причем после приземления, а не при прыжке. Ну и касание сетки было. Тоже 19-8. Локомотив весьма уверенно ведет третью партию в данном эпизоде, в данном моменте к победе. Еще и фрибол здесь, и едва гости не ошиблись, и не точно играет Ян Ерещенко. Вообще все сегодня валится у красноярцев, я даже не знаю, может быть, пособолезновать, соболезнования какие-то определенные высказать, но вообще ничего не идет. Команда Енисей. Енисей берет тайм-аут. Послушаем мы Климкина. Но сейчас тоже как. Отлично,
8 у нас с вами на табло на спортивного комплекса «Локомотив-арена». Напомню еще раз, здесь именно под сводами вот этого центра волейбола «Локомотив» в этом сезоне принимает соперников. Играет сегодня «Локомотив» в черно-зеленой форме. Капитан команды Сергей Савин на подаче в данную минуту. Третья партия у нас практически уже завершается, но при этом 28, вполне возможно, что мы увидим с вами еще и какую-нибудь определенную яркую концовку. Я пока отмечу, что все ближе и ближе к финалу подбираемся, что у «Локомотива» сложный февраль будет. Два домашних матча впереди против «Белогорья», ошибается в данном моменте Тодор Скримов. Делает счет 21-9 в пользу «Локомотива». Далее матчи второго этапа Лиги чемпионов, ну а потом будет ответная игра против московского «Динамо». В турнирной таблице, если посмотреть, московская «Динамо» на данный момент является так называемым скрытым фаворитом. Да, там лидирует, получается, питерский «Зенит». Кстати, сегодня «Зенит» играл питерский против кемеровского «Кузбасса». Я вот не успел посмотреть счет, с каким счетом завершился этот поединок, потому что проходил он, кстати, здесь, в Кемеровской области. И вполне возможно, кемеровчане там одержали победу. Бог его знает, да, буду надеяться на это. Но у «Динамо», если посмотреть, опять же, на происходящее в турнирной таблице, московского «Динамо», мало того, что Кубок России уже есть за спиной, да, победа над питерским «Зенитом» в гостях, у них сыграно меньше всех матчей. Конкурентов, я имею в виду, 15 матчей, 14 побед, только одно поражение у московского «Динамо» в этом сезоне. Феноменальный результат, а это пайп от Савина в данный момент. По потерянным очкам московская «Динамо» явный лидер чемпионата. Ну и с ними «Локомотив» сыграет уже в феврале. «22-10». Константин Абаев на этой подаче. Хорошая подача получается. Крученая, неприятная для приема. И 23-10. Да, это я, получается, оговорился. Да, 22-10 было. 23-10. Ну уж, извините, говорится, не хотел раньше времени подгонять к победе. Но так уж получается, что «Локомотив» сегодня как-то очень легко играючи в трех партиях пока что разбирается с соперником. Но вот сейчас неплохо. Не поздно ли? Ян Ерещенко в данном моменте здорово действует. И ошибка. Опять же гостей. 24-11. Это уже матчбол, получается, у нас будет в данном моменте. Енисей у нас сегодня как-то совсем нехорошо себя проявляет в этой встрече. То ли «Локомотив» сегодня действительно поймал кураж. Застоялись ребята. Еще одна подача, весьма неприятная, от Марка Ивовича. И блок «Локомотива». Сейчас чехлят соперника. И «Локомотив» добивается победы в трех партиях. 25-11. Вот с таким счетом разгромным завершается у нас третья партия. По партиям получается 25-19, 25-16, 25-11. «Локомотив» набирает очередные очки в чемпионате и добивается девятой победы в Суперлиге. Но впереди, опять же, напомню еще раз, Лига чемпионов. Ряд матчей, ну, два матча с «Белогорьем». 3 и 5 февраля не пропустите. Опять же, здесь же на нашем канале. Любите волейбол, занимайтесь спортом. Желаю я удачи Енисею в ближайших матчах обязательно. Победить своих соперников. Все-таки сибирское братство, мы об этом не забываем. Ну а «Локомотиву» тоже удачи. Нужно подниматься в турнирной таблице. Тем более, что есть еще матчи есть в запасе. Ну и удачи, конечно же, где? В Лиге чемпионов. Ваш комментатор Денис Табаков. Спасибо за то, что сегодня были с нами. Любите волейбол, занимайтесь спортом, будьте здоровы. До новых встреч, до свидания. Хороших выходных вам.